Аграрии Гомельской области амаль завершили уборку цибули, убрали больше как половину бульбы и наближаются до экватора по нарыхтовце кукурузы на зерня. Другие хлебы в регионе убрали на 56% до плана. Накопано каля 70 тысяч тонн. Самые урожайные палетки у Рогачевским, Будокошалевским и Ельским районах. Протягивается и уборка кукурузы на зерня, пройдена полова площа. Намолочено свыше 170 тысяч тонн. Средняя урожайность у регионе 70 центнеров с гектара. А вось уборка цибули амаль завершена. Засталися апошние гектары у Рогачевским и Гомельским районах.